Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy Note 10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне включить автояркость. Для того, чтобы это сделать, нам нужно свайпнуть вниз, свайпнуть еще разок. Ой, плохо свайпнул. И попасть в панель управления нашим телефоном, где мы видим, во-первых, полоску, где мы регулируем яркость на нашем телефоне. А нажав справа на стрелочку возле данной полоски, мы можем включить адаптивную яркость. То есть яркость на нашем телефоне будет меняться автоматически в зависимости от освещения вокруг нашего устройства. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!